Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Moser Chrome Style Pro с артикулом 1871-2071. Что входит в комплектацию машинки? 4 насадки, 3, 6, 9, 12, щетка, масло, сопроводительная документация, провод, зарядное устройство, сам док, я имею в виду, и сама машинка. У машинки роторный двигатель 5500 оборотов в минуту, система для поддерживания постоянной скорости. Что это означает? Если у вас машинка разрядилась и осталась емкость 10%, все равно будут высокие обороты, как и изначально были. Ножевой блок сделан из высококачественной легированной стали с прецизионной обработкой. Регулируется от 0,7 до 3 мм. Легкосъемный ножевой блок, он легко снимается, 5 положений. Батарея литий-ионный, без химической памяти, 90 минут работает, 60 минут он заряжается, а также машинка идет комбинированная. Как вы видите, на поверхности есть LED-лампочки, которые показывают уровень зарядки. Вес машинки составляет 290 грамм. Кстати, когда вы машинку подключаете, выдает характерный звук. Вот такой. И когда он заряжен, тоже выдает, дает знать, что он заряжен. Машинка сделана в двух цветах, в черном и в белом цвете. Хотел бы обратить ваше внимание в том, что у машинки есть встроенное напоминание. Что это означает? Если вы не смазываете ножевой блок, выдает характерный звук и мигает лампочка. Это означает, что вы должны снять машинку, смазать, почистить и поставить на место. Машинка сделана в Германии. А также не доводите ножевой блок до такого состояния. Всем спасибо.